Интересно. Меня добра свяжут. Ну чё, зачем ты это играешь? Ну, мат тебе хочет поставить, у него есть ресурсы. Значит, и что ангелы не спят, они смотрят. Оф, второй. Туру 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 Роботы сатирита. Я хочу, чтобы кто-то со мной взял берсерк. Все, вот тоже есть беседа. Нет, чтобы я выиграла. Я тоже сейчас пытаюсь как-то выиграть. А ты что, берсерк берешь? Нет. Ты против 200 дальше играешь? Или на другой? Ты против педомастера-то, что ли? Да там какая уже? Она уже там. Я могу в этом турнире вообще с тобой попасть? Возможно. Я просто играю пока что. В турнире? Просто. Oh. Места вдрызг проиграны, но соперник Выиграл? сделал несколько ошибок, уже мат, да. Ох, и на сколько рейтинг ты сейчас подняла? Ну, пока что я пытаюсь за 2-300 обратно вернуться. Потому что я очень сильно спустила. Вот. Ну, что, рассказывай про свои планы, про планы соперника. Я не знаю. Я. Какие форпосты тут вообще можешь найти? Мне кажется, конь c3 некорректно стоит. Корректно, чтобы тут пешка стояла, а конь бы перешел куда-то на f4. Ну ладно, сейчас сделаю. Вот, потому что пешку d тебе надо укреплять, чтобы не было никакой игры у белых там. My name is Chacha. Флап, чак-чак-чак, чики-чики-чики, флап-флап. Да почему же так легко с этим слоном-то расстаешься? А вы? Теперь у черных позиция лучше, потому что им даешь дополнительные возможности линии А раскрывать. его нет. Ты бы могла просто защитить бы ферзем или ладьей. Зачем тратить слона, который у тебя стоял и смотрел активно на Конь. ферзя, ой, на королевский фланг? Нет, конь хороший. Не коня менять на слона, что ли? Нет, конечно, у тебя такой конь сильный. Мат иди ставь. Ну, конечно. Что мне еще делать? Тебе подставку принести? Нет. Тогда не надо пинать под столом. Ладно. Спасибо. My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. My name is...
Дядя. Не знаю, когда бояться. Я вот сейчас пытаюсь тоже тут придумать. Дядя. Хлоп, хлоп, чак-чак-чак. Я не знаю песню, Ксюш. Ксюш, вот смотри на позицию. Попытайся. Смотрите, там мотенек не влепят. Форчику сделай. Да. И знаешь, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. И знаешь, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя, они смотрят на тебя, тебя. И думают, кто это, блин, он один тоже знает. Я думаю, смогу я сейчас взять как-то поймать или нет? Либо... И знаешь, что ангелы не спят. Они смотрят на так. Ну, что рискуем? Смотрят на меня. О май! Человек! Ты зачем это допустил? Ты же понимаешь, что тут связка. Он вилку. Наверное, сейчас вечный шаг будет делать. Он сейчас спортзиа проиграл. Ой, красиво. Минус 35 откуда? Ну, потому что, видимо, он такой аккаунт завел. 72 игры, блядь, нормально же. Видимо, этого недостаточно. Ой, мне надо сейчас снова выиграть. My name is Baba Booey, Baba Baba Booey. Я не буду это петь. My name is... Ты неплохо идешь, кстати. Бинков Евгений... Это кто? Как пришли в шахматы? Кто из родителей так поиздевался? Ну, во-первых, над нами никто не издевался, это раз. Два. Меня мама научила играть в шахматы, потом папа это начал развивать, ну, как-то мой интерес, так скажем. А Ксюша научила... Кто тебе играть начал в шахматы? Я. Да, не надо мне пальцем тыкать. Вот, и да. А с родителями мы просто развиваем это, так скажем. Если не секрет, из какого вы региона? Мы из... России. Москвы. Привет из Херсона, Россия. Привет. Вот, в общем, хотелось бы выделить всем огромную благодарность за донаты. Хорошего всем вечера. У нас прошел очень классный, продуктивный турнир. Пинкамина хотела сказать всем пока. Я ведь трим его искала. Да. Все, всем поцелуйчики всем отправь. Пока. Поцелуйчики-то отправь. Все, пока. О, Господи.